Остановку на повороте улицы Кольной местные жители называют просто «за углом». Она неофициальная, здесь нет специального знака. Однако тут всегда стоят люди и всегда останавливаются маршрутные такси. Вот только путь до остановки никак не оборудован. Пешеходного перехода нет, и люди перебегают дорогу перед проезжающими автомобилями. Опасность здесь и для водителей. И вот представьте себе, сейчас вы оттуда выезжаете и втыкаетесь в эту остановку, если встречная идет. Успей притормозить. Вот такая опасность и для водителей, и для пешеходов, и для маршрутчиков. Ему тоже не надо, чтобы въехали в него сзади. Олег Васильев получил травму как раз на этом переходе в марте. Говорит, решил успеть на маршрутку, но подскользнулся и теперь ходит с тростью. С того момента и захотел уточнить для себя, есть здесь остановка или нет. Олег Васильев позвонил в диспетчерскую маршрутных такси, где ему сказали, что останавливаться там маршрутки не будут без команды управления транспорта. Управление транспорта говорит, мы команду дали, но оформление этого столбика со значком «Общественный транспорт» – это дело благоустройства. Мы направили им с 2017 года, отправляем каждые полгода по письму, что оформите остановочный пункт, остановку оформите, там нельзя останавливаться. Но управление благоустройства говорит, что там, где она была раньше остановка, там нельзя, а на это у нас нет денег и не будет. Приемные депутатов разных партий Олегу Васильеву говорили, что уже через неделю решат эту проблему и появится здесь указатель остановка общественного транспорта. Прошли месяцы, но ВОЗ и ныне там. Ближайшая к этому месту остановка находится почти в 300 метрах. Раньше была ближе, однако ее перенесли. По словам местных жителей, раньше здесь была остановка, но и видно, осталась часть облагоустроенного остановочного комплекса. Но теперь, говорят, остановку убрали из-за того, что подъезжающие маршрутные такси мешают выезду автомобилей из гаражного комплекса. А здесь каждая остановившаяся маршрутка перекрывает въезд в гараж на 300 автомобилей. Ты какая же из этих остановок действительно неудобная? Специалисты говорят, что между остановками должно быть не более 300 метров. Здесь же почти километр, а точнее говоря, 868 метров. Стоит отметить, что сама остановка на интернет-картах обозначена и называется Кольная. Местные жители хотят наконец внести ясность в вопрос. Хотелось либо там остановочный пункт, хотя бы на высадку. Не на посадку, хотя бы на высадку тех людей, которые приезжают из города в конце рабочей смены. И тут оформить остановку. Либо ее куда-то отодвинуть, оформить вот этот самый перекресток, два знака и полоски. Хотя бы какая-то безопасность. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города, чтобы дать точный ответ на вопрос, появится на этом месте остановочный комплекс или нет. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».